Скажите, а что здесь? А, это кафе, я думал... У нас здесь ресторан, да, арктического кухня. А, я думал, что перепутал, хорошо. Спасибо. Здравствуйте. А нет, а я уже знаю, спасибо. Ой, нет. Слушайте, а вот эти вот фиолетовые сколько будут стоить? Это букет или поштучные? Они поштучные. А сколько... Вот эти вот и еще. Не, я просто хотел сейчас цену узнать. Да. Угу. 600 рублей за штучку. Так. И вот этот вот тоже фиолет. Гипсофила? Да, гипсофила, как вы помните, господи. Я уже забыл то, что вы сказали. 80 рублей. А, вот это мне больше нравится цена. Хорошо. Скажите. Они разные, а что можно добавить? Вот. А. Ну, мне вот это требуется. Вот к этой гипсофиле подойдет, вот, допустим. Ромашки? Да, мелкая. Это ромашка правильно называется, да? Ну, она называется не совсем, по-другому, да. Но. Для меня ромашка, да. Это я понял. Скажите, а вот если их совместить, это будет нормально, как вы считаете? Или что-то более крупное лучше? Я не хочу покупать розы. Сейчас давайте сейчас попробуем. Очень многие женщины, девушки не любят розы. К сожалению, сейчас какая-то такая... Да. Хотя столько красивых мне новинок роз. Ну, мне так все цветы нравятся, не знаю. А, новинок? Вот это новинка? Ну, вот это вот пионовидная роза, очень красивая. А, я мне послышалось другое просто. Нет, я к тому, что
все привыкли к классической розе, а сейчас очень много совсем другой. Вот такое на свет. Ага. Такая очень полевая история. Да, 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 полевая. Это сейчас ценно. Значит, можно, да? Да, так, может быть, значит, что-то по... Это и что-то еще. Да. Да, какую-нибудь доминанту, да, какую-нибудь в центре, да, или что-то такое. Ну, нет, а что подошло бы? Ага. Ну, не знаю, если вам высота важна в букете? Что, что? Высота. Нет. То можно было бы сюда нарциссов попробовать несколько штучек. Они как раз с ромашечкой красивые, да-да-да, все по цвету. Раз у вас уж такая полевая весенняя. Беда, да, да, весенняя, точно. И, кстати, вот, да. Но... Да, я с вами согласен полностью. Штучек, да. Хорошо. Все, я понял. Значит... Я уже в 3 магазина заходил, вот у вас только увидел, честно говоря. Ну все, такие цветы, вот, вот мне мелкоты мне хотелось вот такой. А вам на когда будет? Мне, у меня через 3 потребуется. А-а-а. Скажите, а насколько они стоячие, ну как стоять будут, они не будут, как правильно они? Вот гипсофила? Ну так, мне для интереса все просто, это уже для себя. Мне вообще фиолетово, не мне же пользоваться, мне подарить надо и все. Да. Она впоследствии может быть как сухоцвет, то есть если девушка любит, она может оставить красиво просто в вазе. Да, 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 да. Конечно, ромашка и все остальное, они ну, быстрее погибнут, но сейчас так как дома жарко, ну, я думаю, дня 4, так вот где-то там. Отлично. Вот, если не ставить около батареи. Но сегодня у нас что? У нас сегодня суббота. Суббота, да. Вам нужно вторник. Вторник, да? Да. Вторник у нас будет еще одна поставка. В котором часу, не подскажете? Ну, обычно в обеденное время, часа в 2. А, я хорошо, я понял. Не-не-не, мне к вечеру, поэтому мне все в равно. В целом, если вам сложно, неудобно прийти, можете... Нет, я здесь живу, я на Красном Курсанте, я здесь рядом, да. Хорошо, да. Ну ладно, я все понял. Так что я думаю, что даже если не будет этого, что-то мы сможем с вами придумать интересное. Ну, мне мелкота, да, вот это очень, да, нужна была. А я там зашел, там кафе, а я думал, там этот самый, ну, магазин это декора. Какой? По Зеленина. Там такое резное зеркало, я все зеркало у вас увидел. И там такое резное зеркало, весь, ну как резное, оно брошированная доска, значит, составлена, тоже такого размера доходит. Я захожу с умного вида, а там кафе оказывается. Даже не сообразил, понимаете. Там тоже декор был, очень много декора, как у вас, и вот я не сообразил. Ну все, спасибо большое, что уделили время. Спасибо. Очень симпатичная елка у вас. Вы знаете, да, очень симпатично. Если вам нужно будет какие-то новогодние там, небольшие елочки, композиции, мы сейчас вот собираем елочки, да, какие-то вот такие небольшие на стол, да, композиции. Да, 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 ближе к Новому году, да, что хорошо. Это можно будет сделать. А, вот это можно украсить, кстати. Да, а потом, да, если есть куда, можно высадить. Да, да, есть. Хорошо. Ну все, спасибо большое. Спасибо. Да, пока.